Информационный канал «Город» держит руку на пульсе событий. Мы продолжаем выпуск. Дог-хантеры вновь держат на прицеле бродячих собак. Под Кировом расстреляли 4 псов. Кровавая бойня произошла в Куменском районе на дороге, который соединяет 2 поселка – Олимпийский и Раменье. Тела животных лежали вдоль проезжей части. Там их обнаружили волонтеры. Они направлялись к питомцам, чтобы забрать их в приют. Но не успели. 21 февраля местные жители сообщили волонтерам, что в их районе на дороге неизвестные оставили на морозе 6 собак. Добровольцы выехали на место, чтобы забрать животных на передержку, однако обнаружили на снегу сначала следы крови, а затем тела животных. Они лежали на обочине со следами пулевых ранений. В итоге обнаружили 4 трупа недалеко друг от друга, в метрах 100. Была куча крови прямо на трассе, посреди трассы 100, и одна собачка лежала где-то в километре от остальных. И еще где-то были 2 живые. Сразу же мы вызвали наряд полиции, они приехали, все зафиксировали. Ветеринарная служба приехала, все тела собак забрала на экспертизу. Кроме того, мы нашли пулю на дороге, ее тоже забрали на экспертизу. 2 оставшихся собак пытались найти в тот же день. Одна из них убежала в соседнюю деревню. Ее нашли, она была ранена и пряталась под крыльцом дома. Сейчас питомец в безопасности, угрозы ее жизни нет. Поиски второй собаки продолжаются. После окончания экспертизы полиция, скорее всего, заведет уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Это уже не первый случай убийства четвероногих. В январе под Кирово-Чепецком дог-хантер расстрелял пса из дробовика, а затем добил его прикладом.